Здравствуйте, 25 августа, 30 лунный день. Созвездие Сумера, состояние воды с элементом огня. День людей женского пола, благоприятнее призывать благосостояние, начинать новый жизненный путь, подписание контрактов соглашений, посадки дерева, работать с железом, создавать форму, дизайн. Ребенок, родившийся в этот день, будет наделен храбростью, мужеством, красотой, способностью преодолеть негатив с твердым характером. День неблагоприятен приводу невесты, сватовства. Благоприятен для людей, родившихся в год обезьяны и мыши, неблагоприятен годам коровы, овцы и собаки. И в Лугинском цукчундуване хору Мандалышева, Майне дуване хорнивен дарыха, джудуане таван хорува на абурецком языке. Будьте щедрыми!